Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографией. Йоган фон Шраудольф, немецкий художник-историк, родился в 1808 году. Будучи учеником и ассистентом Генриха Марии фон Гесса, он написал 5 сцен из жизни святого Бонифация в базилике Мюнхена. Я цитирую данные Википедии, данных не очень много. Некоторые из его религиозных картин стали очень популярными. Это «Богородица с младенцем Иисусом», «Святая Агнеса», «Христос как друг детей», «Евхаристическая служба» и так далее. По рекомендации Гесса он получил важный заказ от Людовика I Баварского, а именно написание фресок для собора Шпайра. Путешествовал по Италии, делал многочисленные копии старых мастеров. Умер в 1879 году, 31 мая. Ну, вот так вкратце, данных немного о немецком художнике-историке Йоган фон Шраудольф. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.